Дисклеймер. Привет, я Таретти. Сегодня мы с тобой сыграем в инди-игру по губке Бобу. Ох, мистер Крабс. Это, короче, тот же самый бикини-ботом, но типа все снаркомантились. О, видал, какой мы ужас, как мы ужасно выглядим вообще. Давай посмотрим, что мы умеем делать. Ага. Умеем драться, ходить, бегать, прыгать. Хорошо. Так, контрол нажимаю, ничего не происходит. Какой фон размытый, кошмар. Но это инди-игра в целом. Другого ожидать и не стоило. Ага, я вас понял, хорошо. О, лодка, мы можем сесть? Ну смотри, пока нормально. Пока нормально, давай. Это как в GTA будет, класс. Сейчас. А, куда ты поехал? Подожди, куда ты поехал? Мы не можем собрать лодкой вот это вот. А вот так можем собрать, да? Класс, вообще шикарно. Ну, мы, понятно, в хостеле каком-то. А где наш дом, кстати? Там бикини-ботом. Помойное ведро, значит, и крабс где-то будет там. Давай посмотрим, что будет, если я поеду далеко. А, тут океан. Тогда стой, нет, поворачивай. Стой, 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 стой. Фух. Управление, конечно, кошмарное. Мы как будто на льду катаемся. О, дом губки Боба. Сквидвард, Патрика, отлично. Так, там что? Там горожане. О, у нас задания тут даже будут. А ну-ка. Стой, 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 стой. Оп. О, я думал, мы куда-то улетели уже. Здорово. Че, он кетамин какой-то попросил. 5 штуки надо собрать по всему городу. Замечательно. Кстати, а вот здесь вот что будет? Стой. Только не уезжай далеко, хорошо? Ага, зайти не можем. Сюда тоже не можем зайти. Зашибись. Да, конечно. Кошмар, что происходит. О, я, по-моему, вон вижу на скалах один. О, еще лодка стоит. Замечательно. Опа, стой, 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 стой. Вижу еще один. Вижу, 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 вижу. А как зайти? Не понял. Почему сквидер так нормально выглядит? Почему с ним все в порядке? А, мы прошли. Класс, то есть мы застряли, да? Зашибись. Ну вот и поиграли. Здорово, да? Залез в окно. Зачем я это сделал? Подожди, а если вот так вот? Оп. Мы типа вот так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай ножками своими жирной жопой. Давай, двигай, 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 двигай. Куда-то же мы должны пройти, правильно? О, уже почти. Или вот так, вот так, вот так, вот так. Хоть куда-то, в какую-нибудь сторону пройди. Что там? Ну, сквидер как-то странно стоит, причем вот эти желтые линии. Такое ощущение, что я катером должен влететь. Не, ну это зашибись, что я могу тебе сказать? Здорово, да? Я застрял. Придется перезапускать. Зашибись, просто класс. Ну, а чего мы ожидали от инди-игр? Правильно. Давай еще разочек. Это теперь заново начинает мечтать. И сколько у меня попыток уйдет для того, чтобы это пройти? Так, давай-ка вот так, подожди. Обойди. Я так понимаю, они сразу лежат, потому что мы не сможем, да? Не смог разработчик сделать, чтобы они постепенно появлялись. Ладно, допустим. Воу-воу-воу-воу-воу. Аккуратнее, аккуратнее. Воу-воу-воу-воу. Видишь, как скользит все? Жесть. А мы в это врезались, да? Понятно. Я понимаю, да? Извините. Простите. Извините, аккуратней. А чё в Востоке одинаковых много? Хотя, да, понимаю. Тут впадло, наверное, было делать разные модельки. Стоп-стоп-стоп-стоп. А, аккуратно, стой, стой, стой. Вот так, вот так, вот так, стоп. И куда? А, фу. Мне опять показалось, что он куда-то улетел. Пропустите эту великолепную касцену мы не можем. Да, я понял. Сейчас я тебя принесу. Подожди, 5 штучек надо, да? Разворачивайся. Давай попробуем, конечно, с размаху влететь в Красти Краб. А ну, стоп, стоп, стоп. Но это, скорее всего, Сквидварда поставили, чтобы мы его, типа, задавили. У меня только такой вариант. Нет. Ха. А как мы туда должны попасть? Ладно, пока непонятно. Давай посмотрим, что еще у нас есть. Вот здесь я вижу. Ага. Давай вот сюда вот залезем. Пам-пам-пам-пам. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Надеюсь, не уронил лодку. Кошмарно залазит. Просто кошмарно. Класс, но только не надо проваливаться и тут. Сквозь стикс. Ты что, угораешь? Ну мы же... Ну я же вижу, что там тоже банка стоит. Мы должны залезть туда, правильно? О, понятно. Прикинь, сзади просто лестница какая-то была.
почему ты провалишься постоянно? А как нам тогда залезть? Подожди. Я либо неправильно что-то делаю, либо что? Знаешь, вижу, там одна баночка есть. Нам надо собирать баночки. Значит, все логично, правильно? О, понял. Давай посмотрим. С этой стороны, может, проход какой-нибудь есть? Нет, пока не вижу, не вижу, не вижу. Вот это как будто как домино выглядит, как будто надо сбить, чтобы посыпалось, и мы могли залезть. Может, тут еще какая-то кнопка есть. Так, ну удары я знаю. О, понятно, летает кусок текстуры. Так, я не понял. Нет, подожди, что-то не так. Тебе так не кажется? Вот, он может залазить. Соответственно, и здесь он, по идее, должен залезть, правильно? Вот, он как будто залазит, но проваливается. А, да, оно вот так работает, да? А, да? Снова? Класс. О, вылезли. Я думал, уже опять перезапускать придется. Так, мы поняли, как он залазит. Тут под текстурой не соизволили поставить невидимые стены. Поэтому мы будем всегда проваливаться. Зашибись. Ну, как ты делал? Вот так вот. Залазь. А где мы залазили только что? Во. Блин, нас отталкивает назад, понимаешь? Аккуратно, аккуратно, давай. Нет, 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 нет. Давай, давай. Что ты делаешь? Залез? Ты куда залез? Класс. Ну а что, удобно? Взял и вышел из стены. Ну, а почему нет? Ну что, удобно, удобно. А что, хочешь сказать, неудобно, неудобно? Удобно очень. Если провалился вдруг под текстуру, бывает такое. Ну, у всех же разработчиков бывает, да? Баги, ошибки какие-то. Вот, пожалуйста. Мы вообще не будем стен добавлять, чтобы ты в любой момент мог вылезти. Ты что, угораешь? Тут надо прям запоминать, да, где мы залазили в прошлый раз. Ну, где-то вот здесь вроде. Да ты чё? А где было в прошлый раз? О, стоп, аккуратно. Нет, 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 это ловушка. Подожди, это ловушка была. Это кошмарно. А чё там? О, к ним, я так понимаю, лучше не попадаться. Это с этими же, с ведрами на голове. Это как в полноценном мультфильме «Губки Боб» было, правильно? Давай, залазим. Так, залазить нам надо здесь. Ты где? Крабс, ты чё? Класс. Да, это будет очень здорово. Это будет очень интересно. Залазь. Ты чё издеваешься? О-о-о-о-о. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Стоп-стоп-стоп-стоп. Мы помним, что мы здесь... Подожди, но он скатывается. Куда ты так отлетаешь? Куда ты так несешься? Алло. Зашибись еще разочек. Да, первые 5 раз мало же было. Давай еще вот так. Оп. Давай. Как нам в красе Крабс-то попасть? Я надеюсь, туда можно будет попасть после того, как мы выполним несколько заданий. Несколько банок соберем. Может, туда и не надо пока лезть? Как думаешь? Может, это потом надо? Пока не открыто? Но мне кажется, это просто говнище. Вот так. Оп. Оп, хорошо. А если вниз упадем, то мы сразу умрем. Правильно? Паркур. Жопа. Залазь. Хорошо. Все, они ж не могут прыгать. Не могут, но зато они за нами идти могут. Смотри, работает тут. А тут работает. Очень странно, почему. Хватайся. Ага, все, я научился хвататься, допустим. Дай, оп-оп-оп. Да, отлично, 2 есть. А теперь надо быстренько, оп. Так, быстро-быстро-быстро залазим. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Хорошо, а теперь как обратно залезть? Ага, все, понимаю примерно. Так, 2 баночки есть. Будет очень обидно, если с нами что-то случится, и мы в итоге не сможем собрать все. Давай так, оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Точнее, вылетит. Блин. Давайте, давайте, сюда-сюда-сюда-сюда-сюда-сюда-сюда. Быстрее, быстрее, быстрее. Оп. Они же не могут нас тут достать, надеюсь. Вроде не могут. Теперь проблема будет отсюда вылезти. Хотя... Мы только в конце упали, правильно? Так что можно особо не переживать. Главное за текстуру не выпасть теперь за карту. Мне в этой игре надо думать не только, что тут задумал разработчик, а еще и... Ага. Где ему было впадлу поставить хоть что-нибудь, какие-нибудь стены. Ага. Фух, выбрались, 2 есть, 2 из 5 есть. Так, ну вот здесь вот почему тогда не можем залезть? Может, я что-то не то делал. Может, вот здесь вот надо запрыгнуть. Оп. Ну, тут как будто твердая стенка, видишь? Тут мы не проваливаемся. Скорее всего, надо сюда как-то с разбегу запрыгнуть. Но, опять же, не факт совершенно. Потому что он не допрыгивает.
Он не допрыгивает. Скорее всего, нет. Не в этом проблема. Значит, я правильно, скорее всего, запрыгивал. Запрыгивал, скорее всего, правильно. Ну ладно, давай возьмем машину, что, покатаемся по городу. А где? Сперли, прикинь? Они у меня лодку сперли. Нормально вообще. А тут где? И тут нет. А как? На, почему звуков нет? Ударов. Ну, стекло, смотри, как будто бы вот это вот как-то по-другому выглядит. Как будто бы мы с размаху должны были врезаться. Но мы врезались. Это ничего не дало. Класс, зашибись. Ладно, попробуем вот так. Оп. Давай-ка еще раз. Нам надо третью баночку собрать. А где, кстати, остальные банки, а? Мы же только одна в Красти Крабс, и где-то, получается, еще одна должна быть, правильно? Но сюда тупо нереально залезть. Как сюда залезть-то? Так это с разбегу разве что. Ты где? Я понял. Фух, бесит уже. Бесит сильно. А чё, да как ты... Что ты делаешь вообще? Залезь. Фу. А как я только что... Я буквально только что сюда залазил. О, нет. Нет. Это ловушка была. Как пройти? Класс. Ты чё, вообще застрял навсегда? Не, давай, дергайся. Ну нет, ну это прикол, что ли. Во, отлично. Ну его нафиг. Пошли посмотрим, где еще есть банки. Так, в одну, в Красти Крабс мы вообще зайти не можем. Здесь мы запрыгнуть не можем. Мы тупо провалимся сквозь текстуру. Замечательно. Наверняка очень проработанная игра. Где еще банки? Так, ну там чисто эти чувачки. Я не вижу там банки. О, еще. Ну и все, это последнее получается, так? Получается, еще две мы тупо не можем достать. Правильно? Может, эта игра и не рассчитана на то, чтобы ее прошли. О, 4. А, то есть мы... Может, то было прикол просто. И мы не должны были туда стать. 5. Почему? Нормально. Ладно, давай дойдем до нашего мотеля и заберем катер. Скорее всего, он заспавнился обратно, да? Ай, класс, шикарный. Нет, он просто из игры пропал. А здесь вам впадлу было просто дорожку прокладывать, да? Вы текстуру потянули вот так. Не, я даже знаю, это походу в блендере делали вот так вот. Потому что эти углы, да. И эта текстура просто не получилась. Он сделал эту модельку слишком длинной, а текстура не по одному наложилась, а просто растянулась. А где катера? Они все исчезли. Я думал, у тех можно сбить будет. А нет, а как тогда? Сбить там у нас не получится. Если у нас... Кстати, а вот здесь есть что-нибудь? Мы же залазить теперь умеем, правильно? Только, пожалуйста, не провались. Ага. И тут у нас тоже ничего. Ладно, пошли 5, тогда отнесем губки Бобу. Но это тоже нечестно. Не, ну согласись, это нечестно. Где катер? Мы на нем должны разъезжать. Ну-ка, просто ради интереса. О, ни хрена ты! Ах ты, крыса, он сзади подошел! Не, он не слишком много урона наносит, ты че? Восстанавливается здоровье, не? А, это мы тебя сбили, ты умер, да? Сорян. Да, не раз умерли, и все, и навсегда, что ли? Да, а менты ходят такие, да, ничего не вижу. Ух ты ж, аккуратно. Так, я не понял, где справедливость, где катера? Куда вы дели катера? Ладно, давай, старый нарик. На, получай свои банки. Да, я понял, хорошо, вставь. Подожди, а где он показал у нас, как Патрик находится? Что-то я прослушал его. Ну, по-моему, возле камня как раз-таки и был, не? Теперь мне надо Патрика искать. Да, замечательно. Так. И где мне его реально теперь искать? Ну, по-моему, нарисовали прямо возле камня. Что-то я вообще не обратил внимания, где он был нарисован. Какой за день фон рядом с ним был. И теперь нам еще где-то надо пробегать. Правильно. Только, пожалуйста, не провались под пол. Пожалуйста. Потому что я уверен, ты тут можешь провалиться под пол. Так, он где-то уродливый Патрик должен быть.
Ну, Патрику тут явно больше всего досталось. А вот тут, видите ли, мы невидимую стену поставили, да? То есть все-таки мы умеем их делать. А как в объект, в саму текстуру по... Ух ты! Как я испугался. Так и нафига мы его взяли? Так, эскейп нельзя нажимать, это выход из игры сразу. Что-то изменилось? По-моему, нет. Камера, может, странно начала двигаться, но, возможно, я просто этого не замечал. Так, где Патрик? Алло. Блин, это все бегать, конечно, будет очень долго. Вот был катер, это было отлично, но куда он делся? Алло. Что за криминальный городок? Только приехал, меня уже грабанули. Они на таком расстоянии меня видят, мне показалось. Граффити — это балласы, что ли? А, мы туда пройти не можем, да? Не можем. А какая-то невидимая стена была. Да зачем вы камеру к его жопе поставили? Ни хрена ж не видно. Нет, там граффити есть, понятно. Тут невидимые стены как-то рандомно понаставлены. Фиг поймешь, вот смотри, в бок не могу. О, теперь могу в бок бежать, что это такое? Так, нет-нет-нет, к этим не подходим. Не подходим, ищем просто Патрика. Где же этот розовый урод, а? Подойди к кукурузному, к этому, к Патрику. Убитому просто. Где он? Вот это, конечно, да, класс. Я что, реально должен по всей карте бегать его искать? Не, ну персонажи, смотри. Они, их издалека видно, да? Они заспавлены. О, еще одна баночка. Персонажи издалека видны. То есть прорисовка тут хорошая. Ну, дальность прорисовки, насколько это возможно вообще. Прикинь, я даже в такой игре найду плюсы. Жесть. Где он? Алло. Ух ты. Это странно. Что это за проход такой? Просто тупик? Но это тоже нечестно. Блин. А надо ли оно мне? Он же не сказал мне, что тут Патрик будет, правильно? С другой стороны, а вдруг там что-то будет? Наверху. Хотя, может, он мне что-то сказал. Но он на английском что-то пробормотал. И все. Фиг знает, что он имел в виду. Опа, подожди. А это не оно ли? Вон камень какой-то ли. А, вот и Патрик. Точно, он же не... Вот он, мы его нашли. Ах ты упоры, ты ж слышишь, наш? А что тебя тут не было, алло? О, мистер Крабс. У вас есть еще баночки? Какого хера? Четыре еще банки. Но это нечестно, алло. Ой, кстати, отметились. Наверное, первые банки должны были отметиться, да? Ой, подожди, это люди отметились. А это их надо победить. А, подожди, не понял. Очень странно. Должники какие-то, что ли? Опа-па-па-па, я видел, сзади он был уже. Как ты крысеныш, а? Так, и где-то здесь банка, по-моему, еще была, да? Лучше сейчас собрать, но я ее чуть пока не вижу. Так, отстаньте от меня. Не-не-не-не-не, отстаньте, слушай. Хорошо, что мы быстрее бегаем, чем они за нами. Блин, но все равно, без катера это не то. Да попади ты, твою мышь, а. Это плохо, быстрее. Во-во-во-во-во, пока он один, тут быстрее. Давай, хить. Хорошо, два есть. Двоих забрали, замечательно. Обходим. Куда катер дели? Класс, то есть, опа, баночка, отлично. Пускай будет побольше, хотя, возможно, это как аптечка будет работать еще у нас тут. Правда, я не знаю, на какую кнопку, инструкций тут никаких нет. А все самые очевидные кнопки я уже нажал. Быстрее, так. Да ты что делаешь? Почему мы его не можем ударить? Классы, то есть вы... Да, охренеть, сколько вас. Уйди, ты что делаешь? Что это за красная штука была там? А этих мы вынести не можем, у нас здоровья просто не хватит. То есть мы можем только в лицо бить, правильно? Да блин. Вот бы их как-то скинуть. Слушай, а, они насколько тупые, кстати? Пошли, может, в яму их получится скинуть?
А ну-ка. То есть есть дальность, да? Насколько вы можете далеко видеть. А давай вот так вот сделаем. Отлично. И вот так вот оббежим. Пускай они вот здесь вот за картой стоят где-то. Ну и замечательно. О, так у Красикров сзади есть двери, но они, по-моему, за... Ой, они... ананас сгнил уже. Кошмар. Ух, кстати, может, мы можем его сломать и пройти внутрь? Не, жаль. Ну и пусть там стоят, правильно, все. Слушай, как замечательно мы справились. Мы их просто отвели куда подальше и все. Кстати, и с теми тоже можно будет так сделать. Как ты, зараза, на. Как вы меня увидели на таком-то расстоянии, а? Ладно, просто город будем подальше обходить. Но здесь я тоже, по-моему, баночку видел. Почему я сейчас ее не нахожу? Странно. Вот она, я же сказал, вот я ее видел. Угу. Собираем тоже вторую на всякий случай, пускай будет. Я не знаю, может это реально как аптечка получится использовать. Так, давай. Но без катера мы... Блин, а если реально сейчас будет миссия на катере, мы, получается, не сможем ее выполнить, правильно? А перезапускаться я не хочу. Дик Сквидварду, класс, молодец. Ух ты, ты дал мне так много баночек. Ну как, 3 дал. Надеюсь, он не дал всего. Надеюсь, он не дал нам 5 банок. Но у нас осталось число 5, потому что мы предыдущие собрали, и они сгорели. Так, во-первых, почему он меня к Сквидварду посылает? Как Крабс из бизнесмена стал подпевал и вот этих вот наркоманов? Это первое. Во-вторых, почему ведро вернулось? Причем, кстати, всего одно. Где остальные? Что странное происходит. Я уверен, что тут катер должен был быть на протяжении всей игры. Ну, естественно, конечно, да. Угу. Тяжело сделать нормально, что... Опа. Что это за белое тут было? У Губки Боба еще текстура рвется. О, и тут, смотри, растянута дорога. Да-да-да, молодцы, Фораст. Так, я же сказал, это откроется потом. Точка телепортации, я понял тебя. Забери у белки мои деньги, ну давай заберем. А чё, я теперь от первого лица буду, что ли? Я теперь реально буду от первого лица. Что с этой игрой происходит? Так, ну вон, я вижу дом. Так, а мы бегать вот так тогда не можем, не видно ничего. Класс, шикарно вообще. Мне интересно, а будет ли момент, когда у нас не будет багов? Все люди ищут багов, я наоборот ищу. Ну, это ж у нас во всех играх так, правильно? У нас багается игра абсолютно всегда и везде. Так, она должна быть где-то вот здесь вот, Сэнди. Здрасте, а я такой маленький, прикинь. Так, а где Сэнди? Так, ведра, давайте, пошли сюда, сюда, сюда. Давайте, подходите, подходите. Но они же, я так понимаю, возвращаются после миссии, правильно? После того, как завершу задание, они возвращаются в центр. Так, нет, не тупим, пацаны. Давай. Какие же вы уродливые. Ну и чё вы встали? Если я подойду, ударю, прокатит? Ах ты крыса, а. Воу. А, ты смотрел серию, где мистер Крабс из своей шкуры вылез? Ах ты тварь. Так, аптечка. Я не могу никакую, да? Кнопку использовать как аптечка. Обидно, пошли. Просто обходим. А, вон еще какой-то. Как маяк, да-да-да, наверное, вот это как маяк возле фиолетового домика было. Вот фиолетовый домик, вот маяк, значит, Сэнди где-то здесь должна быть. Почему они меня то видят, то не видят? Причем на разных расстояниях. Да, Сэнди, быстрей. Меня сейчас вынесут. Класс, а меня выносят, у меня здоровье заканчивается. Спасибо. Зашибись. Молодец. Да ты что, я умер, да? И все заново. Да, естественно, я даже не сомневаюсь. Да. А как же еще? Конечно, да, все заново.
Естественно, да. И мы даже эту хрень как аптечку не можем использовать, хотя по-любому, по идее, должны использовать, правильно? Естественно, давайте разнесем меня вообще к чертям. Да, конечно, да. Так нам в любом случае... А сейчас у меня вообще здоровья нет. А сейчас есть. Но это из-за машины, хорошо. Давай разнесем вот этих чертей сначала. Мы же знаем, что катер у нас исчезнет, правильно? Значит, давай их разнесем. Можно раз и навсегда их разнести? Все, мы же видели, там жители у нас тоже не возрождаются, правильно? Все, по идее, мы их вынесли. Но это только эти. Там еще будут, ага. Так, заодно и пособираем вот этих баночек. Мы еще знаем, что в городе их полно, правильно? Баночек. Ну и этих уродов, кстати, тоже. А что, боитесь, да? Катера, правильно. То есть не боитесь на меня толпой, блядь, нападать, когда я в касцене, да? О, кстати, тут есть что внутреннее. Такое ощущение, что модельки взяли, знаешь, и Губка Боб битва за бикини-бот, там, до ремастера. Из старой версии. А куда вы делись? Ага. Куда? Первый. Он дом бьет. Он реально сейчас бьет дом. Ну ладно. Надеюсь, это дом хотя бы сам виноват был. Извините. Простите. Извините. Что я всех сбиваю? Кошмар. Ой, так. Не, ну под первого лица, конечно, это была жесть. Это было жестко-жестко. И вот, смотри, как много катеров. А почему они потом исчезают куда-то все одновременно? Так, сначала нам этих уродов надо повыносить. Давай, аккуратно. Чтоб он нас не заметил. Тен-тен-тен-тен-тен-тен-тен. Как настоящая акула. Нет. Никогда не нападает. Слышишь? Сразу же. Сначала надо... Вот так сделаем. Сначала надо поплавать вокруг своей жертвы, чтобы с говном потом не есть. Давай, где ты? Выходи. Выходи гулять. Тен-т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 ен. Как в фильмах ужасов старых. Тен-тен. Куда они делись, кстати? Нет, так на этом фильмы ужасов бы и закончились. Не, подожди. Подожди, мы же несколько банок собрали. А чё нам не засчитали их? Вы чё? Подожди, они куда делись, реально? Так, давай тогда их пока не собирать. Не, подожди. Или они... Что? А, вот, засчитывается просто, пока мы ездим, и считается как одна, понял. Тогда не страшно. Куда они делись? Ну, блин, я же сейчас оставлю катер, и все. Он исчезнет. После задания Губки Боба. И больше мы не сможем. Давай. Так, ну что-то мне кажется, что эти баночки еще используются как аптечка. Я почти уверен. Но вот какая кнопка? Вот это загадка тоже. А где они? Ах, вы уроды, вот вы где спрятались. Стоять. Стой. С таким управлением попробуй, конечно, догнать. В смысле? Ты что, широкий? Так, я вижу, куда вы пошли. Подожди, я объеду тогда уже. Так, твою мышь. Извините. И еще один катер. Их полно катеров. Полно, реально. Но только не для нас. Вон вы где. А вы можете, ну, как-то получше дорогу выбрать? Куда-нибудь подальше отойти. От домов. А то вас так давить неудобно, пацаны. Вы чё? Ну давайте, войдите в положение, да? Вот так. Давай. Где ты? Стоп. Они постоянно бьют розовый дом. Почему? Их больше тут уже. Как удобно, что вы сразу тут все собрались. Как хорошо, что сегодня мы здесь все собрались. Класс, я застрял. А, да? О, отлично, все. Соответственно, их больше нет. Надеюсь. Давай соберем еще баночку. 7, хорошо. Ух, теперь с чистой совестью могу ехать к Бобу. Отлично, сейчас мы ему отдадим 5 баночек, потом к Патрику идем, правильно? Оп, видал, как я четко припарковался? Да, я уже нашел.
Да-да-да-да-да. Я не вижу смысла собирать все эти баночки, потому что как бы... Титамита, ну собери, я собрал. А какой ты все забрал? Вы чё? Нормально вообще? Нормальный вообще? Класс, я не могу двигаться? Почему эта игра такая кривая? Класс, я застрял, все, я не могу двигаться. Я уже не хочу ее проходить. А зачем я в нее вообще играю? Ну, блин, интересно, мы же почти ее наверняка прошли. Не могли в этом говне много чего придумать. Заново все собирать. Ладно, собираем ровно 5 штук и все. И надеюсь, после этого все сработает. Плюс вот этих козлов надо сразу подбивать. Правильно? Чтобы они потом нам не мешали. Да ты так дрифтишь. Давай вот так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай боком. Давай. Оп. Да как так? Ни одного. Мне бы так на ПДД сдав... Они подходят и кого-то бьют там. Они бьют воздух. Страйк. Не, не страйк. Ты чё? Давай еще раз. Но они реально туповаты какие-то. Потому что нефиг бить воздух. Понятно. Все. За воздух и двор. Давлю в упор. Вот так вот. Давлю в упор на газ. Понятно? Так, где там еще были уроды? Че, тоже на воздух бычите, да? Ай. Вас спас бордюр, понятно? Дурацкие бордюры, ненавижу их. Ну, это, наверное, единственный убийца в мире, которого смог остановить бордюр. Так, отойдите. Так, что ж это такое? Извините. Вы случайно попались. Давай так, оп-оп-оп, я вижу, вон они стоят по левую сторону. Да, что ж тебя так заносит-то сильно, а? Да ты прекрати. Аккуратно, 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 поворачивай. А что ты не поворачиваешь, слышишь? Влево он не хотел поворачивать. Не понял, а вы где? Они что тут были? Или не тут? Или не были? Или не вы? Ах ты вы, заразы, спрятались за домами, да? Э! Ну, этот сам на машину бежал, ты видел? И вообще, это даже не машина, а лодка, так что все законно. Никто не говорил, что нельзя на, на проезжей части сбивать лодкой. Правильно? Правильно, все. Так, 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 так. Опять? Да, они почему-то ненавидят. Они прям очень сильно ненавидят это розовое здание. Ладно, пока он тут, поищем, где тут еще. Это же не единственное. Может, они опять все побегут к одному зданию. Давай, собрали так. Хорошо. Или, наверное, 5 не надо собирать сразу, да? Ага, стоп. Да как? Да ты что, издеваешься? Чё ты тут разлёгся? Да ты издеваешься. А не многовато ли пешеходных переходов, не? Пацаны, не нормально вам? Давай. Вот так. На, отлично, еще один остался. Но он побежал стопудово к фиолетовому домику. Сейчас сыкло, думаешь, я тебя не догоню? Догоню, просто не сейчас. Ладно, давай сократим путь немного. Подвинься, встал, блин, олень. Так, это мое. Давай, все, 4 собрали. 5-ю пока что собирать не будем. А где, кстати, 5-ю можно собрать, не помню. Ты что, ты на меня бычишь? Подожди, сейчас. Раз, и куда пошел? Давай так, поворачиваемся. Ага, ну реально какая-то ненависть к фиолетовому дому. Ну то ли ублюдский какой-то дом. Ага, и он там в яме, хорошо. И в яму мы тогда спустимся, когда Губка Боб нам даст задание. Все, пошли, мы вроде зачистили, территория безопасная. Так, ну аккуратно припарковались, хорошо, надеюсь никто лодку не возьмет. Обязательно каждый раз жопу мистера Крабса показывать. Он нам тоже первый раз вот такую кассену показывал, где мы должны собрать. Ой, лодки не исчезли. Странно. Все. Не, это ж лодка, она же должна плыть, правильно? По факту мы плывем. А по сути, что за хрень ты творишь? Вот так, давай. Все. Автомастерская мистера Краса. Приходи, мы работаем головой. Так, теперь пошли вон там соберем. Разойдись. Дурацкий столб, ненавижу тебя.
Вот так. Оп-оп-оп-оп. Зару не забери. Отлично. Хотя какой тут... Какая тут гравитация? Чтоб здоровье еще забер... Да-да. Тут персонажи бы не избивали дома. Дальше он нам скажет идти к Патрику, правильно? Так, аккуратно. Тут мы можем пройти? Можем. Извините. Сам виноват. Ты что по дороге ходишь? Что это широкая? Смотри, она идет такая. Ни хрена себе. Ля, широкая. Она катер подвинула. У меня собрано хрен знает сколько из пяти, да? О, а теперь пять из пяти. If you want to go get more good stuff, go see Patrick. He's on the other end of town. Так, теперь погнали к Патрику, хорошо. И вот теперь катера... Не исчезли. А что вы то исчезаете, то не исчезаете. Так, и пошли еще пару баночек поищем. Ну, вдруг, чисто случайно, мы научимся ими пользоваться. Ненавижу бордюры. Такие маленькие, а... Ну, широкая, смотри, реально, какая идет. Ну, качано. Когда 5 минут в качалке побыла. Давай, стоп. Так, тык-тык-тык-тык-тык-тык, собрали. На всякий случай пусть будет. Так, ну замечательно, теперь у нас хотя бы... Теперь у нас хотя бы есть одна баночка, мы задание выполняем. Главное аккуратно, чтобы опять не было никаких проблем, пожалуйста. Давай. Мистер Крэбс, ты мистер Крэбс. А если на катеры их собью, так и засчитают, не? Что-то я боюсь катером как бы их давить. Мало ли опять какая-то проблема будет. Фух, я думал, опять исчезла, хорошо. Поехали, потом останется Сэнди, и она показывает на чамбаке, и скорее всего это финал. Если нет, и опять какой-то баг, вот сейчас точно последняя попытка. Я не буду потом еще пытаться, давай. Так, хорошо, минус один. Опять невидимая стена где-то. Слушайте, а сколько надо? Ты что, широкий? Так, дальше. Ага, вижу стрелку, давай, обходим. Оп-оп, темными дворами, хорошо. Мы не боимся, мы тут ведроголовых разнесли просто. Давай, ня. На тебе, по жопе, на тебе. Какая жопка, давай, ня. Так, а где еще один? Вы что, издеваетесь? То есть в этот раз прогрузилось 3, а не 4? Но этого же не может быть, правильно? Это такого же не может быть. Ну нет, ну опять баг. Ну нет, я не буду запускаться заново, все. Реально 3, а не 4 загрузились. Да ладно. Да ты издеваешься, что ли? Не может быть такого. Нет. Ну, у нас же все хорошо так пошло. Ну нет. Выбейте деньги живых 3 из 4. Класс, зашибись. Ну так же не может быть. Ну нельзя настолько кривую игру сделать. Чтоб сколько у нас попыток было, сколько раз мы загружались и ни разу не работало. О, еще одна баночка, класс. Нет, чувак, ну Патрик что, хотел, чтобы не было четверых? Четверых нет, все. Не, ну по сути, правильно, четверых же нет. Кто в якорь мог врезаться? Кто мог на лодке врезаться в якорь? Так, алло, слышишь, лысое чучело, розовое. Объясняю, что за приколы? Стоять, оп. Объяснись-ка. Чё за хрень? Алло. А, боишься замахнуться на него? На, ляпа сдал всё-таки. Ну и где мне его последнего взять? Класс. Зашибись. Ещё один. Давай с размаху влетим. В чем пакет? Получится проехать, не? Мало ли, вдруг. Хить! Не получилось. Ладно. Тогда давай посмотрим, что еще можем тут поделать. Хотя бы рассмотрим. Я уже не буду заново начинать. В жопу. Все. Все. Если четвертого нет, то и хер с ним. Правильно. Так, ненавижу бордюры. Так, ну хорошо, у нас там была неизвестная локация. Мы, считай, тут уже все осмотрели, правильно? Кроме чамбаки, да, в него нужно попасть только после выполнения задания Сэнди. Так, и вон там что-то будет. Пошли вон там посмотрим, что на скале. Что там такой интересный проход. Прямо интересно, к чему он ведет. Класс. Звук катера пропал, слышал? Воу, разогнался как Шумахер. Давай, аккуратно. Да, мы вошли в нее. Давай, глубже. Да, хорошо. Ой, у тебя тут кто-то водится. Давай.
Задний ход. Давай так. Ага, назад, вперед, назад, давай, вперед. Подожди, назад. Давай, вперед. Давай, давай. Хорошо. Еще чуть-чуть, давай, давай, давай. Оп, промазал, ничего, сейчас. Да, попал, да, 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 хорошо. Давай, повернись-ка. Не, давай назад, вперед. Да, 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 прошелся. Да, по всей пещере уже проехал. Подожди, попасть не можешь. Подожди, взад, не надо взад. Давай, лучше опять вперед. Давай назад, и теперь вперед, давай. И давай по самой... Опа. Да, как так? Давай еще разочек, давай. О, да, все, хорошо. Все. Так, теперь наверх, как много забираться-то? Наверх надо. Давай, давай вот так, оп. Давай, вот так, оп. Вот так, оп. А ты можешь ко мне просто спрыгнуть? Класс, но он тут стоит, и что мне надо сделать? Кидаться мы ничем не можем, правильно? Класс, а мы туда даже запрыгнуть не можем из-за того, что он там стоит, да? Ай, класс. У меня уже просто нездоровый интерес. Мне все-таки интересно, что будет. Сейчас реально последняя попытка. Если сейчас не получается, то все, в жопу. Вообще нет, так нет. Итак. Не, ну, мне реально интересно, что будет после этого. Мне планктона интересно увидеть. Мы же по-любому сейчас почти до конца дошли. Там останется чамбакет и все. Так, где вы тут ходите? Я знаю, что вы ходите. Класс. Хорошо будет, если они в этот раз не заспавнятся. Нет. То есть сюжетные задания не спавнятся. Они когда видят лодку, они убегают. Ты пьяный, что ли? Ты нормальный? Водитель не в адеквате, явно. Они боятся лодок, ну и все правильно делают. Смотри, а вот это вообще ебет кустик. Что происходит? Ты широкий, а? Еще и сбила бабу, нормально. Что за лодки тут неадекватные такие? Извините. Это совпадение. Я не хотел. Оп. Давай так, оп. Давай, я тебя вижу, 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 вижу. Да отойди, ну хорош мою лодку толкать, да? На. Так, мы знаем, что еще тут от этих тоже надо будет зачистить. Давай. Не, бух. Ох, ох, нас помотало как. Так они опять начинают воздух бить. То есть, если они не могут меня обнаружить, то начинают избивать воздух, да? Вот это подстава, конечно. Мне прям стыдно, из-за меня воздух пострадал. Обидно. Да, я четко смотри. Двумя глазами так. На. Четко, молодец. Теперь возвращаемся, подожди. Там что-нибудь есть? Да, вряд ли. Скорее всего, опять кривая невидимая стена. Так, а вот вполне невидимая. Но я в нее врезался. Так, потом поедем к тому домику, опять зачистим, и все, это будет последняя попытка. Если нет, все, все, не волнует. Я пытался, пытался, все, ну ты видишь, тут просто через жопу все работает. Так, 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 я не знаю, зачем я так стараюсь, это же даже не реклама, прикинь. Я просто, так решил себя помучить. Давай, вот так. А где? Там лодка, видел, только что поехала? Куда она делает? Кто там ездит? Подожди, мне прям интересно, куда? Куда? А эти делись куда? Слушай, чепушня, вы куда делись? И где они? И куда лодка поехала? Тут какая-то лодка куда-то поехала. Вон они, подожди. Назад, назад. Вон они. Ах, вы хитрожопые, спрятались от меня. Ну хорошо, хорошо, я вас понял. Не-не-не-не-не-не, давай. Жух, как четко проехался. Бы, но не проехался. Так, ах вы хитрожоп. Хорошо, я вас увидел. Дын-дын-дын. Вот, смотри. Она просто ездит. Она просто ездит. Но она не ездила раньше никогда тут. Так, давай-ка вот так. Да дайте проехать, ё-моё, господи. Какое отвратительное управление. Куда ты лезешь? А, опять собрал. Плохо. Я не заметил, что у меня уже 4 есть. Это плохо. А, вот. Подожди. А как я вас не заметил? Я тебя зажал. Ты в курсе?
Что происходит вообще? Может, из-за того, что я сбиваю, игра специально ломается? Может, предусмотрел автор это? Но нет. Вряд ли он предусмотрел. Он не предусмотрел, чтобы игра работала. О чем я говорю? Так, теперь давай губки Бобу сбегаем, потом... Подожди, а кто нам сказал к Сквидварду иди? Патрик, что ли? Нет, подожди. А к Сквидварду мы как попали? Так, что-то я уже забыл тут. А ну. Давай. Ну, я уже собрал. Доброе утро. Ладно, я понял. Тук-тук-тук. Ух, собираю. Ух, давай мне банки. Ух, спасибо, дал банк. Ух-ух-ух-ух-ух. Давай, ну на, получи. Oh, if you want to go get more good stuff, go see Patrick. He's on the other end of town. Так, хорошо, теперь к Патрику... О, фу, я думал, опять забагалось. Фу, хорошо, это мы сделали. Так, допустим, аккуратно баночки собираем. Еще... Давай, где тут были? Вот здесь, по-моему, было, но тут уже нет. Так, неадекватные лодки уехали? Дикие какие-то. Нет, это, смотри, это прям на дом почти уже залезло. Извините. Ну, в целом, и скорость была небольшая. Вон она куда-то на дом реально лезет. Так, здесь ничего. Но в яме есть одна банка, это я знаю. Тут... Ага, вот еще одна. Ну, две пускай будут. Я не уверен, что вообще мы можем ими пользоваться. Но на всякий случай пускай будут. Давай так, оп. Хорошо. Вылазим. Все, это последняя попытка. Если сейчас опять ничего, то ну их нафиг. Так, ничего. Быстренько. Оба-на. Так, быстрее валим к Патрику. Уйди с дороги. Сам виноват. Быстрее к Патрику. Пока все работает, надо успеть. Стой ты, поверни ты, ага. Вот так вот, пускай. Мистер Крэбс, ты все еще делаешь кетамин? What the fuck? You need to get on that new shit. Take a man's life. Без багов. Да, опять лодка. Ну, моя пропала, хорошо, вот это вот хотя бы стоит. Вот смотри, 4 треугольника, правильно? Все, их 4. Неужели один как-то самоубился? Аккуратно, всегда на глазах пускай 4 будет треугольника. Может, их надо по одному незаметно как-то разнести, чтобы они не видели друг друга? Иначе будут прятаться. Да алло, ты чё такой мощный? Так, двое, хорошо, вот еще один. Так, я вижу, еще один где-то там. Подожди, я тебя вижу, стой. Ух, неужели все работает? Смотри, хорош, работает все. Пока что чуть-чуть. Так, дальше побежали к Патрику. Эту лодку пока не трогаем, может она исчезла, потому что рядом с Патриком был. Хрен его знает. Ну, давай, Нарик. Гоусска-сквидвар? Чё это было только что? Чё, вокруг него молнии были? Так, отлично, теперь мы можем поехать к Сквидварду зачем-то. И он скажет идти к Сэнди. А зачем к Сквидварду тогда ходили? Вот поэтому меня смутило. Он, по-моему, вообще заданий не давал. Он сказал идти к Сэнди, и все. Так, и нас там убили, потому что они уроды, просто твари. Этот врезался, ну теперь жопой он как-то врезался в якорь. Так, тут, если что, лодки есть, тут еще могу спуститься. Не-не-не, куда ты направляешь меня? Давай вот так вот подальше оставили. Так, давай. Шесть у меня их уже. Иди к Сэнди, забери мои деньги. Вот, видишь, это второй раз. Это уже не первый раз, когда от первого лица включается камера. Ой, надеюсь, вот так вот исправится теперь камера. Хорошо, мы знаем, что Сэнди где-то в Бикини Боттом, правильно? Так вот... Ага, вот тут здесь где-то. Была она, правильно? Где? Или по ту сторону? О, опять от третьего лица, отлично. Хорошо, мы с багами будем бороться багами. Шикарно, хорошо, я понял. Интересная схема, очень интересная.
Так, здорово. Шлюха. Мистер Крабс, так... Не дергай, подожди. Чамбаки, да-да-да. Он ей прямо так за длинные сиськи палит. Сиськи белки. Вот это да. Убить планктона. Но все, это тогда в финал получается. Но проблема в том, что нас тут очень сильно разносит. Здоровье у нас забирается очень быстро. Урон у нас слабый. А как аптечкой пользоваться? Не знаю. Не знаю. Ну, в любом случае, мы... А вот эта арена, ну, прям как будто бы, да? Ну, сейчас посмотрим, что будет. Но если я его не убью, я уже пытаться точно не буду еще раз. Блин. Можем свалить. Так, вы пока не идите ко мне, хорошо? Я вас понял. Так, я вас понял. А можете вообще меня не трогать? Я и сам с трудом справляюсь. Спасибо, пацаны. А куда идти-то? Так, ну баночка еще там есть и вот здесь есть. Подожди, можете меня не трогать, я забагался. Ай, спасибо. Большое спасибо, подожди. Класс. Вот, вот как раз таки невидимые стены. На траву он сделал нормальные вообще. А на траву мы то и сделали невидимые стены, да? Она текстуры буквально нет. Так, какая может быть? Давай, я всякие кнопки пробую. Класс, я замедлил время каким-то образом. Как я это сделал? Зашибись, во, подожди. Класс, что я сделал опять? Так, я понимаю, какая кнопка это делает, но какая теперь ускоряет? Вот, объясни мне. Ага, вот, единичка. Так, камеру верни. Так, на единичку мы это можем ускорить весь мир. Убери мне с меня жопу Крабса. Класс. Валим, валим, валим. Единичка. Соответственно, мне надо было бы это все собирать. А хрен мне знает, куда идти. Бежим, 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 бежим. А, то есть я сначала должен был сюда пойти, а потом в ту сторону. Откуда я это мог знать? Ниоткуда. Как могли бы мне на это намекнуть? Ни хрена. А мне к тем воротам надо идти или... Стой, сейчас опять забагать. Ага, я понял. Валим, 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 валим. Ты наконец-то здесь. А? Знаешь, что я думаю? Play coin toss. Чё? Ну и... Блять, случайно. А! Что я не то сделал? Скорее всего, это финал игры. Я не знаю, надо было нажать кнопку, я нажал, и она все вылетела. На этом все. Может быть, ставьте на канал, чтобы не пустить другие игры. И скоро увидимся.